Лед и лыжи в самом центре города, в Битве на Туре, возможно и такое. В рамках фестиваля на старт возле моста влюбленных вышли лыжники со всей страны. Более 300 участников попробовали свои силы на дистанциях от 3 до 50 километров. Мы специально сделали дистанции помимо марафонских 50 и 30. То есть мужчины бежали 50 километров, 150, и женщины 30, 150 человек заявилось. И сделали короткие дистанции, то есть 25, 15, 10, 5 километров. И 150 детей разного возраста заявились. Очень удачно. То есть планировалось около 200 участников, а заявилось более 300 участников. Сражаться пришлось еще и с погодными условиями. На себе их испытала чемпионка мира по биатлону Анна Фролина, которая быстрее всех пробежала 25 километров. Первые 15 километров я шла одна, и ветер встречный сильно мешал, я устала. И когда вот двое мужчин появились на горизонте, я встала им в спину, и мне значительно стало легче. Победителем на 50 километрах в возрастной группе до 29 лет стал тюменец Андрей Вьюхин.